Финал первенства Московской области по волейболу среди юношей прошел в рамках спартакиады учащихся профессиональных образовательных учреждений Московской области. В соревнованиях приняли участие 8 команд из городов Подмосковья. Серпухов представляла команда организатора турнира Губернского профессионального колледжа. В общем зачете команда юношей и девушек у нас уже очередной, это уже 6-й год подряд, выигрывает спартакиаду уже досрочно. Но сегодня, вот, к сожалению, у нас не получалось несколько лет подряд выигрывать первое место. Мы оставались на втором-третьем месте. Вот сегодня родные стены, надеюсь, помогут нам одержать победу. В принципе, у нас уже достаточно опытная команда. Плюс у нас один студент первого курса факультета физической культуры представляет молодежную команду «Факел» Новый Уренгой. Вот, в принципе, вот мы рассчитываем на игру нашего лидера. Победители спартакиады Московской области в волейболе и других видах спорта примут участие в чемпионате России среди учащихся профессиональных образовательных учреждений. Состязания пройдут с 17 по 20 мая в Орле.